А какие-то жесткие мусорные вещи. Первый сундук, а опять... Третий Боже, сундук, вы издеваетесь! Вы издеваетесь! Кость на остроту 384, короче. Ты мастер, ты там где? Да, я тут. Вы... Здорово, здорово, бандит! Всем привет, ребята, с вами снова я, Майнкрафтер, и ты сегодня мы вместе с Зидером и Двастером продолжаем играть «Выбери правильный сундук, чтобы выжить». Всем привет, ребята! Всем здравствуйте, дорогие уважаемые зрители. Я левитирую, смотри, половину ХП потерял. Зидр, ты тоже левитируешь? Да. А здесь ты, думаем, ты на полет. Так, да, врубаю, да, сразу врубаю нам difficulty 1 на всякий случай, чтобы как в прошлый раз не получилось. Да, а то у меня уже еда потратилась и половины хпшек нет, поэтому сразу поехали искать еду. Нормально, нормально. Теперь, если ты у нас умер во время прохождения... Вам повезло, ребят, вам повезло. Зидр, если ты умер во время прохождения, ты проиграл. Это как, знаешь, бинго на кристалликсе. Вообще, знаешь... кстати, сундуков снова три. Да, да. Ребят, знаете, что я думал, можно, знаете, их сделать? Можно сделать какие-нибудь сундуки иногда с взрывом, если он у тебя взрывается, значит, ты одну жизнь уже потерял заранее. А, сделать себе сундуками-ловушками, да? Да, и там, да, если, да. А ты открываешь его, то он взрывается просто. Ну, например, тут уже в прямом смысле будет лут, выбери тоже сундук, может чтобы взорваться. Ну, окей, не взорвался, тебе потом блоки исчезают, ты падаешь в лаву. Ну, это, и чё, ты умер. Так, я взял, я взял, я взял. Помочь, я беру второй. Я беру ведро с водой. У меня зажигалка. А у меня лава. Давай, расставь свою лаву. Покажи, покажи, покажи-ка. А, у вас ведра, я понял. Я только что поставил. Куда? Нету ее. А, вон она. Так, мечи. О, меч, первый сундук. О, да, yes! Сундук. Yes, yes. Железный. Второй золотой. А у меня каменный. А, yes, 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 yes. Оу, yeah. Так, что значит, зелье, первый? Второй. Третий. Суперхилка! Чуваки, делюсь. Что это? Тем по зелью от меня. Спасибо. Так, хорошо, было дальше. Пузырей в экране. Топор, 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 топор. Ну, убирайте первый, я пробовал в конце. Я третий. Первый алмазный топор! Да ты гонишь! Серьезно? Это как железный меч. Обычно первый лутает, я понял, что там вещи получше, чаще всего. А ну, ребят, тогда я пошел. Шлем. Золотой. Да вы издеваетесь, я первый лутаю, Слава! Я первый лутаю! Отстойная тактика! Да как это отстойная тактика? Как это ты первый лутаешь? Кто успел, тот и съел. Блоки. Ну, здесь я беру третий сундук. Получаю доски. А второй. О, шесть. Я взял книжные полки. Так, дальше так, что у нас? Что-то типа оружия, первый. Третий. Лук. Ага, второе. Блин, ну, самое лучшее. Лук, а у меня фейерболы, ребята, готовы? Так, у меня стрел-то нету. А у меня дались спаун зомби. Спаун зомби. Рандом. Первый сундук. Второй сундук. Я беру третий. А у меня стрелы попались. Так, ботинки, первый сундук. Пусть Ситреситер, отдашь стрелы? Нет. Плохо, первый сундук был плохой. Я третий беру, золотые. А, нет, самые лучшие здесь. Что за фигня? Самый лучший, самый нормальный. Еда проголодались, первый. Второй. Беру. Курочка. Хлеб, патроны. Второй шанс. У меня все полторы палки еды. Я достал лопату. У меня кирка. Это обман. Господи, что за фигня? У меня есть никакого второго шанса. Понимаете? Не было. Ребята, положи первый сундук. Три оружия, и все они на 4 дамага. Третий сундук. Железка. Второй. Ура, ребята! Золото, золото, мальчик Зидер, золотой мальчик Зидер. А сколько у тебя брони, Зидер, сейчас? У меня три. А три с половиной, видишь, поножик. У меня 4,5. Очень круто. Яйца, но первый сундук, естественно. Второй. Не важно, третья, гвардия. У меня в третью игру попадаются пауки. Рандом, первый сундук. А, ты что, в моего гвардия на своего паука наставил? Ну, чтоб ты обоих вырубил. А я ж не вырубил. О, рыба выпала. Ну вот, можешь перекусить в бою. Рандом. Рандом, а? Три. Зажигалка! Снежки, снежки, очень круто! А нагрудник первый! Да боже мой! Я беру третий! Второй! Почему? За что? Скажите! Короче, ребят, я ливаю, я в этой катке уж точно не выиграю. А мне что делать? Что со мной? Почему я весь золотой? Золотой мальчик, золотой мальчик. Золотой молодежи, Зина, да, Иван Филатов, житель России, да, миллиардер, филантроп, все такое. Подарок врагу, когда... Что это? Когда-то да съест. Я второй беру. Рыба-фугу. А у меня держи глаз дэм, паука. Подарок. Подарок держи, дэм. На день я сажу себе глаз паука. Зелье. Первый сундук определенно. Опа. Давай, давай, Зидер, беги, беги. Нет, 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 собирай. Кого собирай? Это же мой подарок тебе. Рыбу-фугу. Чтоб ты ее когда-нибудь съел. Спасибо, но я ее не буду есть. Держи, давай. Зелье. А, ты уже взял? Да, зелье взял. У меня есть инстант демейдж. А у меня... Серьезно, это который пить надо? У меня поушен, Или какой? Нет, нет. А, который метать отравление. Можно? Угу. Сильно. А какие-то жесткие мусорные вещи. Первый сундук, а опять... Третий Боже, сундук. Боже, вы издеваетесь! Вы издеваетесь! А, ребята! А мне куст выпал. У меня кость на остроту 384, короче. Ну да, да, мы знаем, давай проверим. Сразу проверим это. Пол хп снял в моей золотой броне. Шарф на 2, опять та же самая кость. У меня палка кнопок 900. Офигеть. Ладно, там не 900. О, я выбираю вот этот сундук. А у меня куст...
Что это за сундук? Нифига, что такое? Максимум вы сможете зачарить два предмета. Ага, понял, берем каждый, тогда получается по опыту. Тобой стырили, алло. А я только два лазурита взял. Это Бен стырил 4. А ну иди сюда, давай сюда лазурит, а? Давай сюда лазурит. А, меня на алмазный шлем, меня на алмазный шлем. Никаких обменов, давай сюда лазурит. Ты меня сейчас убьешь, Слава. Ты так слишком читерно одет, может тебе не чарится, а? В смысле, вы что выпендритесь, да? Давайте сюда мой лазурит. Лазурит. Больше получил. Так, давайте голову выберем, голову. Я третий выберу. А, мне крипера. Скелет, кстати, выпал, да. Так, это... Что я хочу зачаровать? Ребята, ребята, а можно сделать difficulty 0, чтобы я отрегенился? Да, наверное, можно. Нет. А то просто у меня сейчас странная с едой, она у меня зарегенивается, как будто бы, и потом опять умирает. Вот, так, скажешь? Давай я 0 поставил. А что с едой происходит? У меня все равно не регенится еда. А что мне чарить, золотой меч или каменный топор? М? Так, а знаете, в чем проблема? Тут же два уровня, получается, мы только один раз можем зачарить. Ну, получается. А, не, Слава, Слава, держи, Слава. А, у меня зачар правильный. А, так у вас был опыт. Я весь опыт забрал, но я ты опыт не подобрал. Я весь опыт забрал, потому что. Понятно, вы еще и опыт украли. Хитрой, вот для фига было. Шарпнес один. Так, ну это будет больше. Хоть у меня и отстойный меч, мне повезло с зачаром. У меня, не скажу, что у меня. Ладно, делаю меч, каменный меч на шарпнес один. Я, правда, два лазурита потратил на этот чар, но нормально. Что тебе там, поджигание попалось? Нет, я не скажу. То, что поджигаю, увидишь в бою. Увижу, испытаешь на себе. Хорошо, Зидер. А, кстати, ты видел, ты через блоки пролетал? Смотри, оп, ты через блоки вылетел. Это что такое? Это читы какие-то. Встань сюда, смотри, встань сюда. Вот сюда, чуть-чуть правее. Да? Не, вот сюда подойди, поближе, ко мне. О, стой! Как это? Капец! Как это? Это я просто лечу быстро. А, так все, ребят, уже арена, уже арена. А, уже арена, уже битва? Короткая карта, но смотрите, какая у нас здесь арена. Я вон в банку какую-то могу залезть. Не, это не карта короткая, просто мы, знаете, как бы уже научились быстро все это открывать, знаете. Так, Дитер, давай допозаримся. Я тебе даю два ведра воды, ты можешь сделать бесконечный источник. Ты мне даешь стрелы. Нет, я так не буду. У меня, кстати, даже лука нет в этот раз, вы прикалываетесь? Ни у кого нет, кроме меня. Только у Славы, а у меня есть стрелы, поэтому Слава стрелять не сможет. А, ну все, круто. Круто, да, очень круто. Барахобит украл у меня, значит, мои вещи. Так, ну что, кто с кем первый? Я думаю, мне нужно первым подраться с Зидером. Да, да? Согласен. Думаешь? Поддерживаю. Ну, да. Аид хочет отдохнуть, да, вот у меня кожаная броня, Зидер, если ты меня боишься, Дэм, то... сколько у тебя палок, а, палок брони? Я даже не знаю, как ответить правильно этот вопрос. Так, у меня половина. У меня 5,5, в смысле половина? Блин, догадайся, вот что это значит. Ну, у тебя 7,5, я думаю, хотя нет. Половина — это 5 из 10. 5? То есть у тебя даже меньше, чем у меня? Да. Это странно, я ведь полностью золотой, у тебя и железо, и кольчуга есть. Ну ладно. Ну у меня железо, у меня кожаный зато есть. Ну ладно, ты готов воевать, а? Да, давай. Давай. Ага. Так, и баф битва какой-то произошел. Я промазал. Нет, он пожалуйста. Он промазал, он бежит. А, ну иди сюда. ПВП, кто же победит? Я комбо завел, да! Я в самом конце слил из-за так, этого. Так, ну что, Слава, я готов с тобой драться, давай. Ты готов? Давай, не засал, Слава! Давай сюда иди драться. Это, давай переждем чуть-чуть. Ну давай переждем. Чуть-чуть переждем, чтобы ты все-таки отрегенился. Я же отрегенился, я готов драться. У тебя скорость там или что? Давай драться, Слава, давай драться. Что у тебя за эффект такой сейчас? Спаунпоинт поставлю. Давай, ставь спаунпоинт. Спаунпоинт поставил. Ну все, давай, 3, 2, 1, погнали! Погнали. Я, кстати, готов, дам. Оп, ты не допрыгнул. Демастер, ты там где? Да, я тут. Вы... Здорово, бандит! Я разбил, сколько хп, сколько хп? У меня половина. Блин, пол сердечка. А как ты здесь оказался вообще? Эндерпёрлом. Ретнулся, так же ничего. А, эндерпёрлом. Да, эндерпёрлом. Так, ну что, одна за мной, одна за Славой. Зидер пока ноль, поэтому Зидер сейчас должен драться с Аидом, чтобы, ну, как-то хотя бы реабилитироваться. Ну да, отыграться. Да. Ну что, ты готов? Не, ну Слава там очень жесткое оружие, ребят, я не знаю. Там как фейерболы пускать? У Славы очень хорошая броня. Как у мыши. А, я не пускаю. Слышь, Зидер, я расскажу секрет. А, можешь меня поджигать. Да. Я тебе расскажу секрет. В обычном Майнкрафте эти фаерболы никогда не пускались просто никуда. Ну ладно. Ну что, Зидер, давай. 3, 2, 1, погнали. Давай. Я могу, кстати, такие же эндерпелы, как Демастер Бизанов. Это брать мне на спальное сердце. О, Зидер, я уже прыгаю к тебе. Давай, прыгай. На тебе. Ты промазал.
А я попал. Ты попал, как ему промазать? Но поджечь что я тебя смогу, а? Так, упал, 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 а ну иди сюда. Это что было? Это что было? А ну иди. А ну иди сюда. Ну что это, что, господи? Не, ну тут Аида вообще не победит. Я в лесу заспавнился. Не, ребят, ну тут Аида вообще не победит, мне кажется. У него лут явно лучше, чем у нас. Да это кошмар, просто кошмар, я не знаю. Кошмар! Он еще и меч зачаровал. Все плохо, очень плохо. У меня, кстати, меч шарп из 2 золотой. А, вон у тебя в чем прикол. У меня шарп один каменный. Нифига себе, как тут. А, ну то есть у меня даже лучше, чем у Аида, но у него броня в 10 раз лучше, чем моя. Ну да, в принципе. Так, ну что, сейчас мы, значит, с кем деремся? Мы с Зидором снова деремся. Зидор, давай. Ладно, ты че, ты давай? Погоди, мне отрениться надо. Зидор уже полетел нападать. Зидор, нифига ты бойкий. А, ну да, решил сразу подраться. Так, кому сделать крутую позицию? Никому. Никому не надо, у нас все честно, все по правилам. Да, мастер, смотри, ты можешь... Слава, убери, давай, чтобы ты это... Ты лучше сиди там сверху, мы тебя лезть не будем, мы снизу поднимемся, да, Сидор? Наблюдай и комментируй, да. Слава, окей, убери, окей, воду. Комментатор Вячеслав Аид... Вячеслав за пультом, за пультом. Сегодня мы смотрим бой Зидор, золотой мальчик, висит демастер бомж. Че, готовы? Да, я готов, давай воевать. Давай. 3, 2, 1, погнали! А зомбик не заспавнился. Почему он не заспавнился? Я не знаю. У нас мирная, может, стоит? Опять одновременно! Да как это происходит? А ну здесь, кстати, я догорел от огня, поэтому все-таки я считаю, что я убил Зидора на секунду раньше. Нет, я тебя тоже мечом добил. А не, погоди, я умер от огня, да. Можно замутить реванш? Да ладно, все ясно, да, все ясно. Я требую реванш. Кто готов к реваншу? Слава, да, ты, Слава, ты рассуди, вот ты в чате кто кого первый убил? Я Зидора первый убил. Не, я делаю это все в ничью, я комментировал. Не, прошлый раз, в прошлый раз я почему согласен был, что все-таки ничья была, да? Потому что там мы дрались честно, без огня. Здесь я горел. И поэтому я считаю, я догорел уже после того, как я убил Зидора. Но там вот разница пол хп, ты все-таки догорел, знаешь, ты воду под себя не поставил. Ну огонь, это ведь тоже дома. Поставил. Ну да, но я же догорел уже после, как бы. Ну что, тогда 1-1, да? Ну ладно, да, 1-1. И у вас получается сейчас будет финальный раунд, да? У нас, то есть мы с Аидом сейчас деремся? Да. Ну давай, Аид, подеремся. Я-то уже всем проиграл, да, всем круто. Зидор, мы с тобой только один раз дрались. Погоди. А, да? Да. Я, в принципе, один раз дрался. А, ну то есть я еще с нами обоими должен подраться. Понял. Я с обоими еще должен подраться, ну конечно. Давай, делись с кем-нибудь сначала, Зидор. У меня, ребята, есть одна проблема. Мой золотой меч, кто хочет выйти? Он почти сломался. Так что, Зидор, делись с Аидом. Давай, Зидор, хорошо, пускай ты будешь. Окей. Раз твой меч почти что сломался, пускай будет на бой выходить ты. Спасибо. Он, кстати, лучше, чем мой золотой. Давай, Зидор, 3, 2, 1, погнали. Давай, погнали. А как тебе? На, прикольно, да? Стрижу. Оп, смотри, оп, сюда сможешь. Вспоминает мне завод скриптогорода. А что ты там бегаешь? Лаборатория, снизу? Безумная лаборатория. Что ты там бегаешь? Что вот можешь ты там рыба и фугу ожидаешь приманить, а? О, рыбка. Рыбка, как же её съесть? Рыбка. Ты ее сжег? Ты ее просто сжег? Да, ее теперь нет. А ну иди сюда. Так, погоди. Ты что пытаешься сделать? Я кустом себя лупанул. Так у меня ж вода, я не подожгусь. Да, я понял уже. А в чем прикол тогда? Не знаю, ты разрушил кучу ковров. Так, ну, разрушил. Ау-ау-ау-ау, Зидор, а ну иди сюда. Так, погоди. А ну иди сюда. Зидор. Господи, у меня меч сломался. Он пропал и появился. Это что за фигня была? Это что? Кто-то его украл и вернул. Так, ну что, сразу начинаем драку, даже не ждем. Все, Аид, ГГВП. Погнали. Что это было? Я пошутил, Жанин, я пошутил. Ты же не зарегенился еще. А я отрегенился. А, отрегенился? Ну сюда, поехали. Я готов, да. Честным. Оп. Нет, мой коврик. 2. Мой коврик. 3, поехали. Мой коврик. Водичка. Ау, больно. Куда ты, мастер? Жесткая ПВП. Ау, больно. Иди сюда. А, промазал. По спине. Зачем мне по спине-то бить, а? Ну иди сюда, ты мастер. А ну иди сюда. Давай, ну сука, я тебе сука раз попал. Сколько у тебя хп? У меня половина осталась. Половина? Да это невозможно, я по нему упал! Ну вот может там 3-4 осталось. Да типа, нет, это невозможно, это прям да, невозможно. Да, когда Слава воевал, я ему тоже нанес ударов раз в 10. Не, конечно, у меня осталось 2 хп. Ага, ну куда? Капец, я просто поначалу по нему бам-бам-бам в комбо его мини завел, 2 раза ударил, он мне по мне 0. Потом, конечно, он по мне тоже просто. Ну блин, Слава, что там за броня такая? Ты что, на протекшн 10 зачаровался? Нет, на протекшн 1 штанишки и все. У меня железный, видишь, на шарпнес 1, типа, все. А, у тебя железный на шарпнес 1, серьезно? Да, я не знаю, вообще не дамажит тебя. У меня алмазный меч сейчас. Раз удар, 2 удара, все, его нету больше. Сейчас закончился. Дэм, у меня еще и броня почти сломана. А у меня могу поджечь.
А Зидор убьем уже. Зид, давай, Зидор. А ну иди сюда. Ребята, нет, 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 у нас оружие. Нет, нет, кто у нас без оружия? А я только куст. А ну иди сюда, Зидор. Да, кстати, у меня есть топорик. Отлично. Гамастер сразу на меня следует. А, я в наковальню зашел. Да блин, Слава не пробивается вообще, ты посмотри, его невозможно убить. Да у него бесконечные сердечки. Фух, ладно, я выжил. Так, ну что ж, дорогие друзья, на принципе все, с вами были Демастер, Аид и Зидор. Да, подписывайтесь на наши каналы, ставьте ваши лайки. И пишите в комментариях, если вы ждете еще сундуков. Всем удачи, всем пока. Всем пока. Всем пока.